27 человек погибли, еще 169 получили ранения в результате двух мощных взрывов, прогремевших в Иране. Теракты произошли на юго-востоке страны в городе Захидан у одной из шиитских мечетей. Ответственность за взрывы взяла на себя суннистская группировка Джандала. Таким образом, они отомстили за казнь своего лидера Абдуль-Малека Риги. Иранские власти обвинили террористов в причастности к 80 преступлениям и приговорили к казни через повешение. Около месяца назад приговор был приведен в исполнение в тюрьме в Захидан. Теперь боевики грозятся новыми терактами. После первого взрыва жертв было не так много. Люди стали собираться, когда последовал второй. Тогда-то меня и отбросило ударной волной.